Тракторат НВ «Мапо» и компания в этом году, как обычно, вышли в поле одними из первых в республике. Сеять здесь начали 16 апреля. Сегодня 27-е, и, как мы видим, весенне-полевые работы здесь уже перевалили экватор. Это если брать весь объем работ, которые необходимо выполнить весной. Если же считать только сев ранних яровых культур, то он, по подсчетам специалистов ТНВ «Мапо» и компания, выполнен процентов на 45. Из запланированных 2360 гектаров 1000 уже засеяли. Несколько сотен из них, можно сказать смело, на счету наших давних знакомых Александра Потапова и его сына Владислава. Здесь они сеют клевер, перед этим была пшеница. Уже сработавшийся дуэт сейчас присматривается и притягивается к новому приобретению хозяйства – кировцу. Говорят, вполне успешно. Первый сезон вот только взяли. Вот сеялки только прицепил. Ага. У нас еще есть старенький, но тоже там с бранами ездит, со сцепкой. Со всеми орудиями может работать. И проще ремонт делать, и в обслуживании проще. То есть многое можно сделать самостоятельно, не нужно сервисную службу да. ждать 3 дня или 5. Или за какого-нибудь датчика будешь стоять там неделю. Там и поломка незначительная будет, а будешь это стоять, вот, и все. Очередные 5 копеек в пользу импортозамещения. По этому пути ТНВ «Мапо» и компании идет уже не первый год. Вот тот самый уже упоминавшийся, купленный несколько сезонов назад кировец. В агрегате с ним барана тоже, кстати, российского производства. Машина делает важную работу, запечатывает в земле накопленную за зиму влагу. Ведь неизвестно, сколько ее будет поздней весной и летом. Влага практически вся ушла в почву, в которую вот снег попадал за зимний период. Весь этот снег растаял и практически ушла в почву. Ну, сейчас в данный момент влага есть. На зябке мы закрываем ее, стараемся ее беречь. Естественно, стараемся сохранить его. Для будущего урожая. Для будущего урожая нужна, кроме влаги, и подкормка. Аммиачная селитра, карбамид и сложные удобрения. На этом участке их внесение доверили, если не ветерану, то уж точно заслуженному работнику мордовских полей – трактору на гусеничном ходу. С поставками минеральных удобрений, говорит агроном, полный порядок. В этом году очень даже хорошо мне понравилось поступление удобрений. Здесь и занимается наше руководство Николай Васильевич Утяев. И сахарный завод мы в основном получаем через сахарный завод удобрения. И мне очень понравился. Такой первый год, когда вот обеспечение минерального удобрения идет полным ходом. Практически сейчас мы все удобрения, которые давали заявки еще осенью, осталось 4 вагона. Где-то, ну, процентов, наверное, 5 получить, 10 максимум. График завоза необходимой агрохимии составлен так, чтобы избежать длительного хранения. Ее почти сразу отправляют в поля. Поступление минеральных удобрений органично увязано с планом полевых работ и не мешает, а наоборот способствует соблюдению агротехнических требований. Азимух у ТНВ «Мапо» и компания в этом сезоне 3000 гектаров. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, зима их пощадила. Обошлось без ледяной корки, выпривания и прочих неблагоприятных агрометеорологических явлений. Так что гибели посевов не зафиксировали. Подиумы пошли озимые в хорошем состоянии, можно сказать, даже в отличном состоянии некоторые. Есть, конечно, и ранний сев был, естественно, и поздний сев был. И разницы практически нету, что ранний, что поздний. Сейчас вот мы смотрим, вот видим, что они очень в хорошем состоянии даже перезимовали. И сейчас мы смотрим, что здесь все хорошо. Павел Степаненко, Евгений Фролкин. Наши новости из Рамадановского района.